По инициативе тренерского коллектива спортивной школы Old School Джабар Аскеров, очень известная личность спортивной жизни, тайский боксер, смешанник, а также кикбоксер, провел в спортивном зале Махачкалинской образовательной школы номер 12 учебно-тренировочный семинар с молодыми спортсменами со всего Дагестана. Это мировое имя Джабара. Он видел все школы мира и Таиланде, и во всех лучших школах. Его знают по всему миру, и сделал он объявление у себя на официальной странице, и пришли разных клубов ребята. Если вы можете наблюдать, около, наверное, 200 ребят собралось, и Джабар тоже каждому старается уделить время. Молодые ребята со всей республики из разных клубов принялиучастие в тренировке. Самбисты, грэпплеры, те, кто изучает панкратион, тайский бокс, К1 и даже борцы вольного стиля приехали, чтобы лично послушать советы профессионального спортсмена. Услышал, что сюда приехал Джабар на семинар и пришел сюда научиться у него чему-то. Думаю, в дальнейшем на соревнованиях будет нужна его подготовка. «Скорпион» и «Шафран» – это тренировочные залы, в которых тренируется Ахмед Омаров. Несмотря на юный возраст, спортсмен 6 раз выигрывал чемпионат Дагестана по тайскому боксу и 3 раза Россию. Кикбоксер – двукратный чемпион республики, чемпион России и мира. Молодые спортсмены, которые принимали участие на семинаре, были воодушевлены и выкладывались по максимуму, понимая, что этот опыт поможет им в дальнейшем. Занимаюсь 3-4 недели. Тренер у нас Эльдар. Сегодня пришел у нас знаменитый тайский боксер Джабар Аскеров. Ну, будем его слушаться. Надеюсь, что все пройдет благотворно. Алим занимается в данном тренировочном зале под тренерским руководством чемпиона России по боевому самбо Эльдара Эльдарова, который являлся организатором данного спортивного праздника для начинающих спортсменов. После физкультурного мастер-класса прошла беседа с гостем. Каждый присутствующий задавал вопросы, и Джабар искренне и просто давал внятный ответ. Я, честно говоря, не ожидал, что столько много людей придет. Но мы находимся, во-первых, в 12-й школе в спортзале. Было людей более 110 человек, что радует, что такое внимание уделили молодежь. Пришла, отозвалась на тренировку, пришли. Я рад поделиться своим опытом, поэтому мне это очень приятно. И надеюсь, такие мероприятия будут проходить почаще каждый раз, когда я буду проезжать в Дагестан. Побеседовав с Джабаром, можно сделать вывод, что этот человек является патриотом. Патриотом родной земли Дагестана. И это очень важно для всех спортсменов, которые представляют нашу республику на мировом уровне. Мы должны своими поступками привить людям любовь к родному прекрасному уголку, отметил Аскеров. И для этого нужно сегодня воспитывать правильно молодое будущее поколение. Арслан Дациев, Магомед Тимирсултанов, Алмасхан Амаев. Информационная программа «Пульс».